Всем привет, ребят. Ну что, у нас полный трэш. Я показал вам, сколько приблизительно, где-то 3-4 тысячи ПЦ надо на кровавую Мэри. И зашел я на немецкий сервер. Ребята многие просили показать. Вот чем немка просто славится по сравнению с другими. Вот я сейчас делаю так раз. Видите, да? Вот вы видите, вот это падает зефир, его не убрали, он падает, и два. Это уже третий зефир, ребят, за сегодня, третий осколок. И вы видите здесь кровавую Мэри. И я вам показываю вот так. Опа! Что вы на это скажете? Реально немцы вот говорят, немецкий сервак хреновый. Это на сегодня один из топовых серваков. Во-первых, посмотрите, сколько здесь кровавой Мэри, нового героя. До 20 осколков, от 1 до 20, это раз. Во-вторых, не убрали отсюда зефир. И как вы думаете, совпадение или нет? Мне с бесплатки упал зефир, один осколок. И за 10 пальцев еще упало по 2 осколка. Совпадение? Не думаю. Посмотрите на плюхи, 1600 камней. 800 апогея, ну я не помню, как они там, апогея или да, по-моему, апогея и пламени, топовые плюшки, куча всего. Вот посмотрите на это, запомните это и поехали. Перейдем на тот же самый, даже английский, я, ну там без разницы, на английском то же самое, что и на остальных. Ребята пособирали некоторые сегодня за 3000 пыльцы. Кто копил пыльцу, красавчики. Мы тоже дособерем там завтра, послезавтра. Заходим на английский сервер и смотрим, что у нас. Такое же и на русском, на всех остальных. Куча дуэлянтов, которых по сути нафиг не надо. Вот я сегодня собрал дуэлянта. Мэри собрал всего лишь 90 осколков. То есть надо еще минимум 1500 пыльцы, чтобы собрать полностью. Ну, возможно, и будут продавать осколками. Нету сумок никаких. Посмотрите на камни. Всего лишь 100 и 50. На немке 800 и 1600. Куча плюх. Плюс самое основное, они оставили зефира. И плюс они его оставили так, что без донат реально может его использовать. Вот так вот. Вот напишите в комментах, что вы теперь думаете по этому поводу. Там писали, что будут еще акции, где будет зефир. Нафига было его просто убирать? Можно было просто его оставить, убрать нафиг дуэлянта, убрать того же самого, там, оставить зефира для бездона, либо убрать эти плюхи, которые нафиг никому не надо. Поставьте хотя бы по одному осколку, и оно будет себе капать. А теперь неизвестно, когда это будет. Ну, видите, немка живет своей жизнью отдельно от остальных серваков. Нечего сказать, просто no comments. Так, также у нас сегодня есть архидемон. Станет огромный урон, иммунитет к энергии, понятно. Хочу попробовать, во-первых, с новым питомцем. Вот такой вот состав, единственное, сейчас стрелок. И хочу попробовать сделать десятую воодушку. Затестить, посмотреть, как будет. Разгон, мне просто интересно, а вдруг тыковка будет мега космическая просто. Так. Давайте так, изначально посмотрим. Так, что я делаю? Мне надо поменять здесь. Так, раскол поставили. Надо будет поулучшать эмблемки бравлера, хотя по сути оно там особо не влияет. Хочу попробовать вот этого вот героя. Но тут опять же, тут когда герой атакован, тут не факт, знаете, что будет срабатывать тогда, когда надо. Ладно, давайте не будем париться, давайте потестируем просто чисто тыковку. Так, химка щикабумом собрана. Тыковка. Первый тест.
хочу девятую, десятую точнее. Девятая водушка дает 45 энергии. Это так, чисто по фану, плюс еще жизнь. В принципе, она на битве гильдии нужна будет. Десятая, бум. Теперь тыква точно максимальная. Максимум уже больше некуда лепить. Так, ставим сюда. Где-то. Вот. Плюс 60. В принципе, по сути, оно ничего не меняет. Ну, может, где-то будет лучше, где-то хуже. Посмотрим, сейчас проверим. А, так. Так. Такс. Может, попробуем вот такой вот вариант. И стартануть с тыковки, посмотреть. Интересно. Так, чикабум у нас есть. Раз. Дальше смотрим. Кого мы сюда панчбокса зарядим. Панчбокс. Два. Надо еще, кстати, я не посмотрел, сколько там ребята набивают. Я еще хочу вариант попробовать затестить дуэлянта. Посмотреть, как с дуэлянтом будет. Интересно. Так. Это мы сделаем тоже. Так, первый есть. А подождите, там уже у нас какой-то еще понижает вроде деф, если я не ошибаюсь. Так, попробуем пока такой вариант. Не будем метаться. Чикабум раз. Укротитель. По-моему, волчонок, если я не ошибаюсь. Регенерация. Снимает бафы. И энергию. Блин. Что-то я запутался. Это только восстанавливает и двум юнитам на атаку. По сути, здесь атака и так максимальная. Даже не знаю. Ладно, давайте что-то сделаем. Самое главное, тыковку хочу протестировать. Все остальное фигня. Потом уже сделаю нормальный тест. Так, это второй. Ведьмочка. Третья. Тыковка. Четвертая. Стрелок. Так, космо. Будем стартовать с тыквы. Даже не знаю, что такое интересное ставить. Ладно, давайте попробуем по старинке. Космо есть и стрелок. Не помню. Это немножко не то. Так, окей. Даже не такой вариант, а поставим Рудика. Поехали. Нам самое главное затестировать сейчас. Там дальше я уже буду разбираться. Стартуем с тыквы сразу же. Смотрите разгон. Просто жесть. 57 секунда. 3 секунды и фуловый сразу же разгон. Полностью фул. Это, конечно, жесть. Десятые эмблемы просто бешеные. Ну, конечно, водушка
Водушка это такое. Надо будет потестить завтра уже с утра. 25-я секунда, ну, в принципе, плюс-минус. То есть я где-то набью 600-700 миллионов. Ну, посмотрим сейчас в итоге, что получится. Эти топорики иногда срабатывают все-таки. Проскальзывает удар. Мне интересно посмотреть. 57 за 3 секунды тыква разгоняется на максималку. То есть она просто нереально бешеная. Надо будет где-то ее затестить на гильдийских боссах, потестировать, посмотреть. Вот видите, именно при появлении срабатывает. В принципе, это не мешает. Но... Ну, по результату я бы не сказал, что особо хорошо. Все-таки раскол получше будет. Но зато здесь разгон просто бешеный. То есть все время на разгоне. Но по времени, конечно, маловато. Сейчас попробуем этот же состав, просто я поменяю, поставлю раскол. 12 секунд остается. Видите, он срабатывает именно во время появления. 12 секунд это где-то 600-700 миллионов мы набьем потолок. Вот 600 миллионов. Теперь попробуем тот же самый вариант. Я просто перекину. Водушку поставлю раскол, вот такой вот вариант. Поехали обратно, стартуем с тыковки, потом я уже попробую поиграться составами, убрать отсюда, попробовать химку поставить, кого-то интересного другого вместо химки. Разгон тоже, как видите, максимальный, очень быстро. Интересно, сможем ли мы больше набить, чем на предыдущем. Ну, то же самое, 25 секунд где-то приблизительно у нас появляется. Даже похуже идем. Надо будет попробовать кого-то другого потестить вместо химки. Только даже не знаю, кого закинуть. Было интересного.
Ну, Фрейя бессмысленно, хотя, в принципе, и Фрейя тоже нормально дамага дает. Ну, я уже вроде ее тестировал. Попробовать дуэлянта взять. Ну, сейчас вроде 49, а там было 40 с чем-то, 45. Сейчас должно быть побольше однозначно. Но воодушка, конечно, бешено разгоняет. Ну, смотрите, 16 секунд осталось. Нифига себе. Ребят, 16 секунд. Мы сейчас где-то должны 800 набить, я думаю. 800-900 даже. Вот 980. Чуть-чуть там вроде не хватило, да, до первого места. 900... А, вот мы сейчас будем на втором месте. У нас 980, а здесь 982. Вот так вот. Ну, как видите, раскол все-таки тащит. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.